Сегодня у нас 19 июня 2017 года. Там мы на первом мостике возле Потеряевки. Вот дорога, вот привезли тут все колышки, чтобы здесь нормально сделать проезд, чтобы могли машины проезжать. Вот первый, как говорится, этап подготовительных этой работы. Вот проволоку. Я просчитался. Дело. Вот сейчас вот тут натягиваем проволоку, и когда начнет землю оттуда гнать, эта проволока уйдет вниз. И когда мы сваи вот так все поставим, и сваи схватим между собой жердью-то, эти проволоки с двух сторон за жерди притянут. Мы притянем их, чтобы их не вымыло и не выбросило. А так как у нас она прижмет к самому низу, то получается, что у нас очень низко проволока-то идет. Это очень хорошо. С избытком, конечно, просто вдавливать. Надо было, ты говорил, это ножовку надо было взять и топор. Топор хотя бы. Колотить никак. Да еще конец какой. Не урони его только. Ну вот, и все не предусмотришь. У меня, главное, Володя спрашивал. Вот сейчас, Никита, приблизься, было ли тебе 7 камней, так скажем. Эти камни прям надо выбросить. Вот они, их видать у края. Ногами, которые задевают тоже. У нас в воду упало немного. Еще. О! Тяжелый. Еще себе. Туда повыше. И которые вот здесь в низинку упали, их надо все поднять. Это ничего не пойдет. Только выше. Нет. Это завалят землей его. Я потом подниму. Ну ладно. Вот здесь вот лежат там 5 камней, кажется. Ты сбулгачил там, сейчас не найдешь ничего. Ого. Это первый, который он свалил. Как-то бы сразу подкидывал туда повыше. Ты маленько туда перешагни правее, да, и тебе хорошо там будет. Видишь, Никита, ты не туда тянешь. Если бы ты внизу там прошел тем концом, она прям рядом кидать. Но это не поднять, это здоровый камень. Туда, в ту сторону надо повыше все поднять, которые воды касаются, их поднять надо. Он их сразу завалит. Вон туда, правее возьми. И на сухое. Вот видите, сколько работы. Смеешь пойти? Здесь не пойдет. Кто-то там под ногами. А потом туда перейти. Вот, а я раскладываю там колышки. Потому что он будет здесь расширять, и у него сразу пойдет. Пойдем, я посмотрю, что ты там делаешь. Мы проволоку раскатали примерно по 9 метров. Ну и сейчас он натягивает ее. Видел, вот два конца. Один, другой. Угу. Вот они. Вот. Тут переход был сделан. Никита. Вот так, чтобы они воды не касались никак. А еще лучше было бы, что он там болтался на Украине-то. Борисполь своем. А так он чему-то и научится. Так, ты не начинаешь им еще это? Нет, еще пока не могу. Ну, у тебя хорошо уже. Плотно сильно не надо, а то тебе не повернуть их тогда. Ну, еще. Надо концы, чтобы острые торчали кверху. Да, я так и делаю. Как ракеты у Катюши. Поднимаю. Вот как Володя тут делает. Мы приехали тут сегодня. Все, привезли камень. Сегодня с бульдозеристом договорились. Мне обходится, чтобы привезли из Барнаула трактор. Это 13 или 15 рублей за километр заплатить надо. Ну вот теперь надо все это изыскивать. Видите, как хорошо. Это все надо было найти, клен спилить, ошкурить. Шкуру снять, а потом заострить, а теперь смолить. Это еще только подготовка.
подготовительные. Сейчас Володя будет мазать. Мы привезли отработки, две канистры. А потом будем еще тут саманить, когда он придет. Вот видите, у нас тут какие тюки сена. И когда все будет сделано, забито, тут кувалдами работать придется. Сверлить будем под водой, туда загонять сваи. И ни копейки никто за это платить не будет. Так, все вытащил? Да какие большие-то. Маленько приподнять его. Так. Теперь этот камень как-то уволочь надо. И тут два рядом. Пощупай. Нету больше. Ну, это уже ты хорошо. Ты уже штук 6 спас. Теперь вот этот вот только подальше перекинуть. Ладно, Никита, потом, когда этот край выберем, тогда легче будет брать. Вот этот, я боюсь, камень, он пропадет у нас. И вот смотри, чтобы сверху не упал вон тот камень на ногу. А этот по воде там как-нибудь перекати поле, перетащить его. Смотрите, какой камень большой. Вот здесь, где стоишь, подними повыше только, и больше ничего не надо. Пойди, люди смотрят, скажут, это за какие же грехи? Не за грехи, а за праведность. Грешникам тут Бог не доверит быть. Они с тоски помрут. Нет, так не будет. Не прилепить, только поднимать надо. Я не подниму его. Эти два тоже кверху поднять. 3-4 тут камни. Кидай. Все. Ну, значит, не смог. Ну, ладно. Это тоже хорошо, что я сделал. Спаси, Христос. Это вот первая часть. Вот мы трое приехали на трех велосипедах. Отобедали. Все на этом.